тебя еда, господи. Медведь, это страусиная еда, тьфу, говорит, гадость. Вот именно. Еда для страуса. Они, говорит, все равно не ходят. Если сам нашел, сам ест, бог с ней, правильно? Да. Он не будет, наверное, много есть. Ну, буду надеяться на это, потому что эта еда не самая лучшая. Это один хлеб, грубо говоря. Ну, грубо. Ой, Бинзик, а сбегай, пожалуйста, к Селоге. Напомни, что время кормить лосей. Либо в лосином вольере, либо уже на кухне. Ты зачем рассыпаешь-то? Взял, высыпал всю лапу.